Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Duji S80 перейти в режим Boot Mode. Для этого в первую очередь выключаем наше устройство. И затем после его полного отключения зажимаем комбинацию клавиш кнопка включения и кнопка громкости вверх одновременно на несколько секунд. И держим кнопочки так, пока не появится меню. И таким образом мы попадаем в режим Boot Mode. В данном режиме, используя кнопку громкости вверх, можем перемещаться, и кнопку громкости вниз можем сделать выбор. И здесь у нас имеются такие опции, как Recovery Mode, Fast Boot Mode и Normal Boot. Если хотите выйти из данного режима, просто выбираем последнюю опцию Normal Boot, и после этого телефон будет перезапущен, как обычно. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока!